быть здесь. Очень коротко, в течение 10 минут, я расскажу о том, что я знаю. Вот эта книга, о которой говорила уже Хелен, это примерно 5000 различных научных работ, которые мы проанализировали. И я думаю, что это самая большая в настоящем времени обзор последствий для здоровья, что случилось в Чернобыле. Как мы выбирали эти работы? Работ очень много, около 30 тысяч научных работ опубликовано о последствиях Чернобыля. Ну вот здесь пример. Солидные раки в трех областях, в России и в двух областях. Верхняя Кривая – это очень загрязненная Брянская область. Средняя Кривая – это не загрязненная Брянская область. Эффект от Чернобыля однозначно, ничем другим, кроме Чернобыля, объяснить нельзя. Потому что эти области не отличаются ничем, кроме как загрязнением, радиоактивным загрязнением. На самом деле, Чернобыль показал, что практически заболеваемость растет по всем системам органов. По всем системам. По крови, по эндокринной системе, по иммунной системе, по дыхательной системе. Абсолютно по всем системам органов заметно, статистически достоверно, когда мы сравниваем загрязненные территории или загрязненные группы людей, попавших и не загрязненные, мы видим эффект. Это и разные раки. Это очень интересный эффект ускоренного постарения. Это мутации, это полиморбидность. Ну, вот, конечно, неприятно такие картинки показывать, но это действительно в Чернобыльском районе у нас есть такие люди. Оценка общего числа жертв, которая была сделана Всемирной организацией здравоохранения и Международного центра атомной энергии, 9 тысяч дополнительных смертей только от рака. Наши подсчеты показывают, что только на Украине Белоруссии похоже около 400 тысяч дополнительных смертей. Как мы работаем? Как мы пришли к этому уровню? Вот здесь основная работа показана. Это сделано в Санкт-Петербурге статистиками, демографами. Сравнение 6 областей. 6 сильно загрязненных областей России и 6 рядом расположенных незагрязненных Чернобылем областей России. Разница в смертности статистически достоверная, значительная и так далее. И это базовый был наш материал, от которого мы дальше отталкивались. Оказалось, что вот эти 6 областей за 15 лет, данные были за 15 лет, статистика была проведена, огромный массив статистики. 60 тысяч дополнительных смертей за 15 лет, только в этих 6 областях. Дальше мы пересчитываем это на такие же области. Есть карта традиционного загрязнения, Германия, Швейцария, все остальные. Все другие страны. Можно пересчитать условия, конечно, что здесь будет меньше смертных, 10 раз меньше, 20 раз меньше смертных. Но все равно она будет, потому что, наверное, я Ферли будет говорить, большая часть радионуклидов выпала не в Беларуси, в России, Это тоже эффект Чернобыля, ничем другим это объяснить нельзя. И когда все эти данные складываем вместе, то получается, что за последние 25 лет похоже, что около 1 200 000 дополнительных смертей произошло. Нет, 9 тысяч смертей, о которых говорит Всемирная организация здравоохранения, и около, по крайней мере, больше миллиона. Тут можно спорить, конечно, 1 200 000, 1 300 000, 1 100 000, это не важно, абсолютно не важно. Ясно, что ядерное лобби занижает масштаб, и что Фукушима
Фукусима и Чернобыль показали, что уровень опасности от атомной энергетики такой же, как уровень опасности от атомного оружия. Один из уроков еще раз будет в Фукусиме, что нам нужен независимый радиационный мониторинг. Независимый от правительства, независимый от атомного лобби. Независимый радиационный мониторинг. И такой мониторинг должен быть вокруг любой атомной станции. Unterstreichen die wichtige Arbeit, die Alexei Jablokow gemacht hat. Er hat ja ein ganz wichtiges Buch herausgebracht, 25 Jahre nach der Tschernobyl-Katastrophe, die Gesundheitsfolgen. Und in dem Buch, wovon er gerade auch zitiert hat, wo er diese PowerPoints herausgeholt hat, da sind eben die Untersuchungen von ungefähr 500 bis 1000, glaube ich, ich weiß es nicht genau, Sebastian, du weißt das ja immer besser, Wissenschaftlern, die wirklich in den wissenschaftlichen Studien ausgearbeitet worden sind. Und das ist einfach eine großartige Sache, weil er diese Studien in einer übersichtlichen Weise zusammengefasst hat. Und dieses Buch ist in der New York Academy of Sciences erschienen. Er hat das, glaube ich, auch als Buch dabei. Man kann das käuflich erwerben. Das ist also wirklich eine sehr gute, fundierte Übersichtsstudienarbeit. Aber er ist natürlich informiert über die Beendigung des Staates in Belarus, also von Tschernobyl. Das weiß er. Ich meine, da ist er. Вы знаете, он спрашивает, что в Беларуси закончена проблема Чернобыля на государственном уровне. То есть там Чернобыль как актуальная проблема не существует. И на Украине, и в России. И для Украины genauso. Das ist ein absolutes. Nirgends ist es ein staatlich wichtiges. Naja, und wie ist es, eine solche Studie zu verfassen, eben wenn ganz konträre Programme ja eigentlich laufen im eigenen Land? Как это опубликовать такую книгу, когда другие мнения курсируют и более весомые? Как можно вообще опубликовать такую книгу? Книгу о чем? То, что я сделал, да. Это только благодаря тому, что в Америке есть тоже люди, которые. Es ist nur dank dessen, dass in Amerika, in den USA solche Menschen sind, die genauso denken wie wir. Und die haben geholfen, diese Studie zu publizieren. Ja. Vor einer Woche wurde ja im Guardian zum Glück auch ein Artikel veröffentlicht, wo auch er erwähnt wird. In unserem Guardian вышла статья, Guardian вышла статья, где вы цитируетесь, упоминаетесь. Und da heißt es von 985.000 Toten und heute haben wir gehört 1.200.000 Tote. И там упоминается, что ваши слова, что официальная статистика как бы 80 человек умерли в результате катастрофы. Вы же утверждаете, что о миллионе идет речь. Was ist seine Meinung damals? Nesterenko hat ja auch von dem Pektin-Vergabe gesprochen zur Abführung von Radionukliden. Was ist seine wissenschaftliche Meinung zu? Как вы думаете, как ученые, можно ли представлять, во-первых, вот это мнение по поводу миллиона умерших? И второе, Нестеренко давал большое значение даче пектинов для того, чтобы выводить радиацию из организма. Как вы считаете, было это разумно, необходимо или опирается на какие-то научные исследования, по вашему мнению? Я пытаюсь... Сначала я просто вот такой вопрос, потому что они вот говорят там 9 тысяч, говорил, что дозы неправильно меряют. А сейчас я сформулировал другой подход просто. И пытаюсь показать, что есть другой подход. Экологический, или вот я называю экологический, или балансовый подход. У них дозовый подход. Я считаю, он не методически неправильный. А я другой подход. Es geht nicht um die Zahlen, es geht um das Herangehen. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, an das Problem ranzugehen. Es gibt ökologische Kriterien, es gibt psychologische Kriterien, physiologische und so weiter. Und der hat seine Kriterien und seine Herangehen ausgearbeitet und vertritt das. Ja, genau so. Ja. Und подходы еще
Я почему? Über das Herangehen. Ja. Почему? Почему я к этому пришел? Я уже всю жизнь занималась популяцией. Warum bin ich eigentlich an diese Idee gekommen? Ja. Mein ganzes Leben lang habe ich mich beschäftigt mit den Populationen. Я популяционный биолог. Я сам биолог, популяционсбиолог. И это для меня было естественно. Я столкнулся с этим, с дозовым подходом, увидел, что он слишком много вопросов. Eigentlich normal, weil wir dann das Herangehen der Dosen also betrachtet hatte und hat dann seine eigene. И предлагаю другой, совершенно другой. Более экологически оправданный, более биологически оправданный. Biologisch gerechtfertigt als diese reine Dosentheorie. Also das kommt darauf an, welche Dosis die Menschen abbekommen haben und dann versucht man daraus zu schließen, ist gut oder nicht gut oder wie viel ist verträglich. Und das ist für biologisches Herangehen ist ein ganz anderes und das Leben dann als Schwerpunkt. Das ist physikalisches Herangehen und das biologische Herangehen muss man eigentlich nutzen, um, wenn wir über den Menschen reden, мы-то с вами биологическое существо, может, не физический фильм, может, и не железка. Мы столько людям на всяких форумах тоже спорили и говорили, что нельзя этот позитивизм, столько здесь. А вот человек, сейчас смотри, вчера что ли в газете читал? В Японии они сейчас пытаются восстановить дозы. Они пишут, сообщите, где вы были 11, 12, 13, сколько вы выпили воды, сколько вы выпили молока, и на этом основании они будут рассчитывать дозы. То же самое было здесь. Das wiederholt sich der Fehler, der nach Tschernobyl war. Die laden die Leute ein in Fukushima und sagen ihnen, wie viel Wasser, wie viel das und das und das hast du getrunken am 11. oder 12. Und dann errechnen sie die Dosis und dann sagen sie, es ist verträglich. Und das ist unzulässig. Aber das wiederholt sich genauso wie auch in Tschernobyl. Да, они 4 года спустя снарядили машины, экзистировали 15 тысяч марок, и этот министр-доктор деньги финансировал, они приехали, все у нас мерили, что уже было замерить, что у человека актуально, конечно, что-то осталось. Но цезий-то он через 3 месяца... Мерить надо было кровь, мерить надо было зубы. Also, Blut muss man untersuchen. Ja. Zähne muss man suchen, was denn in den Zähnen. Aber man macht diese Ganzkörperzähler. Untersuchung und das erzählt nichts. Nicht differenziert genug. Wie der, nein, es geht nicht. Oder was meinst? Nein. Es geht darum, dass die inkorporierten Teil, das ist noch keine Krankheit. Natürlich, Und du kannst nicht sagen, wie viel für dich tödlich sein kann. Nein, das geht nicht, Weil die Dosis, die ist allgemein errechnet. Wir wissen ja, что в принципе Dose, сколько ты набрал, это же еще не фактор, не болезнь. И одному человеку хватит вот столечко, а другому, вот как этот... Вы в самом пекле, смотрите, он нам еще рассказывал, у вас пекли спустя. Я так для себя представляю, это как огненное поле, все по нему толкнутся, но не все взорвутся. Ну, взорвутся, и многие, где-то там. Gut. Ich muss sagen, als ich damals Irina Grozhevaya getroffen habe, 2004 das erste Mal, hat das mein Leben verändert. Und jetzt ist es schon das zweite Mal. Also, vielen Dank nochmal, Herr Jablokov. Sie sind die Zeit und die Wahrheit. Спасибо. Вы время и вы истина. Спасибо.